В составе выездной приемной заместители главы Ленинска-Кузнецкого, депутата Совета народных депутатов, представители полиции, прокуратуры, комитета по управлению муниципальным имуществом. Для жителей Ленинска-Кузнецкого подобные приемы – возможность обратиться сразу к нескольким специалистам на одной площадке. Для властей – услышать о проблемах граждан, что называется, из первых уст, и принять своевременные решения. Они у нас традиционные выездные приемы в различные удаленные от центра города части нашего городского округа. Конечно же, они для удобства жителей. Сейчас в осенний период, в том числе, да, все занимаются уборкой своих огородов, каких-то приусадебных участков, поэтому не всегда можно в течение дня человек может найти время, чтобы там съездить в администрацию, записаться на прием. А здесь по месту жительства мы ждем жителей с теми вопросами, которые их тревожат, ну и, соответственно, для того, чтобы эти вопросы решать. Обращения жителей, пришедших на прием, самые разные. Градирование улиц поселка, освещение дороги до школы, скос и уборка травы, обрезка и вырубка огромных тополей, переселение из ветхого жилья, благоустройство территории, ремонт образовательного учреждения. Если с ремонтом здания школы в ближайшее время решить вопрос пока не получится, то вот установка спортивной площадки – вопрос вполне решаемый. В следующий год мы подали заявку на участие в другой областной программе «Твой Кузбасс, твоя инициатива». Мы же всегда совместно с родителями стараемся решать эти вопросы. В том числе вот касается, что инициативное бюджетирование. Я знаю, что здесь у вас и собрание было, и вы активно включились в эту работу. Поэтому на следующий год спортивную детскую площадку точно мы планируем здесь установить. В ходе приема на многие вопросы ответы были даны на месте. По остальным, которые требуют детальной проработки, ленинск-кузнечане получат ответы в письменном виде, установленные действующим законодательством сроки. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.